для удовлетворения потребностей народного хозяйства в транспортных средствах высокой проходимости, способных преодолевать бездорожье, пески, болота, водные преграды, на Алтае в городе Рубцовске в 1959 году был создан машиностроительный завод.
Скворцовский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод – мощное предприятие с передовой технологией, оснащенное современным оборудованием. Ускорение научно-технического прогресса – важнейший фактор социально-экономического развития предприятия, основной резерв роста производительности труда и повышения качества выпускаемой продукции. Значительный эффект предприятию дает участок обрабатывающих центров. Это многооперационные станки с автоматической сменой инструмента. Они способны совмещать разнообразные операции и по сравнению с универсальными станками дают пятикратное повышение производительности труда. Отсутствие многочисленной технологической оснастки, обработка деталей практически за один установ снижают трудоемкость, создают комфортные условия труда. Завод обладает многочисленным парком станков с числовым программным управлением. Электроника страхует от ошибок, повышает точность обработки, увеличивает производительность. Среди станков этого класса токарное, фрезерное, сверлильное оборудование. Предприятие держит твердый курс на расширение арсенала оборудования с программным управлением. На заводе идет освоение гибкой производственной системы. Основа такой системы – полностью автоматизированный гибкий модуль. В станочном парке широко применяются специальные агрегатные станки и автоматы. Большое машиностроительное предприятие должно обладать собственным инструментальным производством. Есть такое производство и на Рубцовском заводе. За последние годы здесь внедрен ряд новых технологических процессов и оборудования. Установка плазменного напыления «Булат» позволяет повысить стойкость режущего инструмента в 2-3 раза. Широко используются при сборке инструмента клеевые соединения. По сравнению с паянным или сварным инструментом, это снижает расход быстрорежущей стали. Клеевое соединение позволяет также крепить режущие инструменты из прогрессивных инструментальных материалов, минералы керамики, синтетических твердых сплавов. Здесь же создан участок электроэрозионного оборудования. На нем можно получать детали сложных профилей производительно и качественно. Инструментальное производство имеет свой вычислительный центр. Здесь готовят управляющие программы для станков с ЧПУ, разрабатывают технологические процессы на базе типовых, решаются задачи учета, планирования и эксплуатации инструмента. На заводе внедрен новый шлифовальный полуавтомат, который ведет обработку шестерен методом обкатки одно- или двухзаходным червячным шлифовальным кругом при непрерывном делении. С одновременным ростом качества он позволил поднять производительность труда в 2,5 раза. Хозяйственным способом на предприятии построен литейный цех для основного и вспомогательного производства. Здесь реализуются различные способы литья. Объем литья по выплавляемым моделям составляет 70 тонн в год. Значительно повысил коэффициент использования металла и снизил процент брака другой прогрессивный способ литья под низким давлением. Для сокращения ручного труда станочников на участке обработки валов внедрен межоперационный конвейер. Большое внимание на заводе уделяется механизации и автоматизации складских работ. Использование механизированных складов облегчило операции разгрузки и выгрузки, упорядочило хранение деталей, высвободило производственные площади и повысило культуру производства. Такой же результат достигается использованием складов элеваторного типа. Его преимущество заключается в использовании межколонных пространств. Здесь хранятся крепежные детали и инструмент. Достаточно нажать на кнопку, и через некоторое время появятся запрошенные детали. Заводской вычислительный комплекс можно по праву назвать мозговым центром предприятия.
Он решает более 40 задач, связанных с управлением и планированием производства. Широкое применение средств вычислительной техники избавило производство от лишних бумаг, повысило гибкость и оперативность управления. Круглосуточно и без выходных работают на заводе 3 ЭВМ. В разных службах завода установлены дисплеи теледоступа. Они позволяют конструкторам, технологам, плановикам, другим специалистам в режиме диалога консультироваться с электронным помощником. Обслуживает электронику, как правило, молодежь. Операторов и электромехаников готовит заводское профтехучилище. Какой бы совершенной ни была техника, успех дела прежде всего зависит от людей. На заводе работают высококвалифицированные рабочие, инженерно-технические работники, служащие, способные решать важнейшие задачи производства. Большое внимание уделяется предприятиям повышению уровня управления и хозяйствования на основе широкого развития бригадных форм организации труда. Из месяца в месяц на 108-110% выполняет план бригада Андрея Николаевича Кузнецова. Неоднократный победитель заводского социалистического соревнования, коллектив, возглавляемый Сергеем Ивановичем Приходько, лауреат премии Ленинского комсомола, эта бригада трудится по доверенности ОТК. Ежемесячное превышение плана составляет около 25%. На предприятии работает хозрасчетная бригада отличного качества труда, возглавляемая Александром Ивановичем Терлеевым. Работая по единому наряду, бригада освоила все технологические процессы. Продуманность в работе, согласованность в выполнении технологических операций, взаимозаменяемость способствуют достижению высоких производственных показателей и отличного качества в изготовлении продукции. Коллектив под руководством Терлеева с 1980 года не имеет возвратов продукции. Теплотой и добротой окружают приходящих на завод молодых рабочих наставники. Они помогают молодежи познать тонкости профессии, проникнуться к ней интересом. Передают подшефным свое мастерство и жизненный опыт, воспитывают высокие нравственные качества. Большим уважением пользуется на заводе Александр Федорович Иванов, кадровый рабочий, ветеран труда, ставший воспитателем молодежи не только по долгу службы, но и по велению сердца. За свою трудовую жизнь он воспитал десятки учеников. Многие из них стали высококвалифицированными рабочими, наставниками молодежи, передовиками производства. В производстве товаров массового потребительского спроса в качестве материала используется большое количество проволоки. На заводе внедрен комплекс для ее очистки. Процесс очистки идет в электролитной плазме. Использование оборудования условно высвободило двух рабочих, повысило качество проволочных изделий. Разработчик установки – Рубцовский проектно-конструкторско-технологический институт. Внедренная в производство автоматическая линия полимерных покрытий в электростатическом поле позволила увеличить объем выпуска товаров народного потребления без увеличения численности работающих. Оборудование обеспечило высокое качество покрытий, улучшило условия труда. Линия состоит из автоматической камеры напыления и электрических печей оплавления, связанных между собой цепным подвесным конвейером. Расширение выпуска товаров для народа промышленными предприятиями относится к одной из важнейших государственных задач. Постоянно увеличивается номенклатура товаров широкого потребительского спроса на Рубцовском машиностроительном заводе. Большую часть в ассортименте этих товаров составляют изделия из проволоки. Неизменным спросом пользуются у покупателей сушилки для посуды, сувенирные ложки, которым всегда найдется применение в домашнем хозяйстве. В интерьере прихожей хорошо смотрится ажурная вешалка и подставка для обуви. Выпускает завод и незатейливую мебель.
Табуретка, например, обязательная принадлежность любой кухни. А детская кроватка, похоже, нравится и маме, и малышу. Довольные ребята постарше. Может быть, так начинается путь к новым спортивным рекордам. Не оставлено без внимания заводчан и любителей активного отдыха. В любом походе, на рыбалке, охоте не обойтись без котелка. Уха, приготовленная в такой посуде, особенно вкусна. Любителям освежающего душа завод предлагает душевую установку. Она компактна, удобна в перевозке и не требует особого труда при сборке. Здоровье рабочих – основная ценность для предприятия. На заводе осуществляется комплексная программа здоровья. На его территории действует поликлиника, оснащенная современным медицинским оборудованием, зубоврачебные, терапевтические, диагностические, процедурные кабинеты, позволяющие вовремя обнаружить заболевания и провести полный курс лечения. В зеленой зоне города расположен санаторий-профилакторий с водолечебницей, кабинетами психо- и физиотерапии, спортивным залом. Здесь под присмотром опытных врачей без отрыва от производства могут отдохнуть и поправить здоровье одновременно 100 рабочих заводов. Программа здоровья находится под постоянным контролем со стороны руководства и общественных организаций предприятия. Отеческой заботой окружена подрастающая смена машиностроителей. К услугам малышей 5 детских садов, где можно и поиграть, и заняться делом. Родители могут быть спокойны, их дети под надежным присмотром. Летом дети выезжают на дачу в живописный сосновый бор. С утра до вечера звенят детские голоса в летнем пионерском лагере. Здесь можно найти себе занятия по вкусу, посостязаться с друзьями в ловкости. В жаркие дни хорошо искупаться в искусственном бассейне, построенном руками заводчан. А теплым летним вечером на лесной поляне приятно поводить хоровод. На берегу озера расположена заводская база отдыха «Янтарь». Здесь рабочие завода могут отдохнуть со своей семьей в благоустроенных летних домиках. Решение жилищной проблемы на заводе – залог закрепления постоянных кадров. Хозяйственным способом недавно построены 3 современных 5-этажных дома. Предприятие имеет свое подсобное хозяйство, которое является большим подспорьем в обеспечении работающих продовольствием. Почти круглый год в заводских столовых имеются в достатке огурцы, лук, редис, помидоры. Они выращены в заводской теплице, построенной рядом с ТЭЦ. Составная часть продовольственной программы – обеспечение рабочих мясными продуктами. Хозяйство продолжает наращивать мощности. Завод построил птицеферму, свинарник на 500 голов. Имеет собственное стадо. В сегодняшней хозяйственной жизни предприятия чрезвычайно важны все аспекты деятельности коллектива и работа, направленная на реконструкцию производства,
и освоение новой техники, и выполнение социальных программ.